Добрый день, доброе утро. Сейчас время час, сегодня 12 число, это, по-моему, праздничный у нас. Не, по-моему, точно праздничный. И мы сейчас едем опять на речку. Я хотела одна поехать, мама говорит, одной нельзя. Вот, то что, ну, там, так-то я одна буду, там, ну, место такое пустынное. Боится меня туда одну отправлять. И вот поэтому мы едем вместе, берем с собой батю, который не очень сильно рад. Конечно. Потому что там куча мошкары. Я говорю, поехали вдвоем с тобой. Нет, что мы без мужика там будем делать? Нам нужна защита. Защита 70-летняя. Батя, дашь поды. Нет, батя, ты дрыну возьмешь, если что. Там мы с мамкой более бы. Более боевые, да, батя? Ну. Мы каждые двоих мужиков стоим. А уж если Марс у обоих включится, то все, пиши пропало. Там мужики на другой берег перебегут. Ой, господи. Защитник. Ой. Бать, ну если что, дрыну возьмешь. Слышишь? Ой. Не могу. Дрыну не найдешь. А? Дрыну не найдешь. Мы ветками будешь отбиваться. Там лопухов полно, бать. А ты листаешь их вот так вот. Ой. На улице жаркая погода, солнце над головой стоит, жалко такой день упускать. Да, бать? Не знаю. Но он купаться не будет, поэтому, ну, он просто вот катается с нами. Не знаю я. Сейчас от злости, бать, нас здесь по кочкарям будешь возить. На скорости, да, сейчас нас провезешь-то, чтобы мы больше не захотели. Да, батясик? Сейчас нет мошкары, она к вечеру появляется. Нет, сейчас погода такая, что она будет, я не знаю, когда она началась, но минимум недели она. Ну, мошкара, да, мошка вообще просто, ее так много. Ты видишь, людей нет вообще. Правильно. Молодежь. Только что... одна молодежь там кормит мошкой своими делами. Есть чем кормить, батя. А у тебя уже нечем, да? Не, я не выношу. Не выносишь мошку, да? Нет. Вот представляете, аскеза у него. Терпи, вот ради семьи все. Чего ты туда едешь? Ради чего ты туда едешь? Сказал бы, нет, езжайте сами. И все. А приходится терпеть, приходится не согласиться. Вот не хочет ехать, а едет. Вот так вот. Семья не для слабаков. Я вот... Бать, да? Семья не для слабаков. Потому что столько всяких разных испытаний ждет. Школу-то аж деревьями закрыла. Не видно ничего за деревьями. Ладно. Короче, трындец. Бухают там. Орут. Наверное, драка начнется. Я вот сюда в своей кущире пришла. Об этом месте мало кто знает. Вот. И мне тут кайфово. Только единственное, вот тут нужно отобрать, разобрать. Я вчера здесь купалась. Купалась вообще голышом. Вчера никого здесь не было. Я вчера купалась здесь голышом. Кстати, мошкары нету. Батя говорил, мошкара. Она как бы есть, но терпимо. Вот. Терпимо. Вчера было здесь кайфово, конечно. Вон там, я смотрю, есть еще тоже место. Так-то, по идее, если расчистить выход к этому, то будет круто. Ну, не знаю, сюда вообще практически никто не приходит. Все тусуются вот на том пляже. А здесь вот немножко сейчас почищу, здесь вот повыдергиваю, и все, и красота будет. В прошлом году, конечно, такого не было. Я вчера уже подергала здесь. И вот еще остатки нужно додергать. И вот немножко расчистить вход к пляжу. Слепой дождик. На улице солнце, идет дождь. Потому что мы вовремя съездили, вон там
смотрю, тоже туча обкладывает. Завтра передают дожди. Ливни завтра, послезавтра, грозы. Прям лето такое, и впервые такое лето, потому что я вот помню, когда раньше еще по молодости, там мне 15 было, 16, вот там вот были и дожди такие, и грозы были. Такое прям лето было вот сейчас, либо лето жара какое-то засушливое. Вот, либо вообще лета нету, прохладно, что лето, что не лето. А вот прям вот, вот прям вот это лето, как а-ля лето 25 лет назад. Смотрите, Пятерочка открылась. Печем 3 раза в день, кофе у них, горячая выпечка, просто шикарно. Тут и была Пятерочка, но они, видно, переоборудование сделали. Все. Девчонки, едем в КБ, я заехала, взяла там мороженого куча. А вот, ну как куча, по 2 штуки каждому. И сейчас едем домой. Домой, и сейчас я переверну камеру. Прям раз 10 минут я была в магазине, да, минут 10. И вот как все поменялось. Просто здесь ураган какой-то. Здесь тучи, ветер шквалистый, да, порывистый. Еще чуть-чуть и ливанет. Вот покупочку скоро тоже доделают. Делают ремонт. В Пятерочке ничего нету. Есть только кофе, выпечки еще нет. Не помню, говорила вам или нет. Ничего они еще не сделали. Ничего еще не пекут. Только сегодня открылись. Вот. Так что, ну, что-то там, по-моему, какой-то ливень пап серьезный. Доехать бы успеть, да? Несемся на всех парусах. Папка говорит, надо успеть. До дождя. Вон там идет. Ну, приближается, да? Почти успели. А тут же грязь, конечно, налипнет, на все налипнет. Батя, у меня правильный слишком. С правильными жить тяжело вообще. У меня в наследство 50% их правильности осталось, досталось. Такой ливень тут у нас порол. Может, он сейчас и закончится быстро. Типа просто землю прибьет, да? Ну, прям вот после такого марева прям хочется, чтобы вот прям долбанул. Эпическая картина. Капитон ждет шашлык. Да, мой? Спал, скажи. С таким большим удовольствием спал. И тут я почувствовал мясо. Жарим шашлычок. Ну, батя жарит. Жарко, правда? Сейчас сегодня же праздник. 12 июня. Вот. День России. И, наверное, сейчас многие в это время... Хотя, может быть, и не жарят сейчас такое жарение на улице. Может быть, многим не до шашлыка. Да, папусик? Не знаю. Согласись, жарко же. Да молодежи похрен на них. Такие добротные куски мяса и мангал, доставшийся от зятя. Да, батя, в наследство? Ну, делал, конечно, это идея зятя была, правильно? А делал ты все своими руками. Так что идея жива, живет. Идея нас досталась наследству. Девчонки, пошла опять гулять. Кстати, что-то прохладненько. Завтра будет похолодание вообще. Слушайте, прям что-то как-то зябко, надо вернуться мне, наверное. Да, что-то как-то некомфортно. Пойду одену что-нибудь другое. Штаны, что ли? Лучше, но все равно. Что хочу сказать, прохладненько.
вот, девчонки, как обычно, пока иду, философски с вами поболтаем. А мы, кстати, сейчас уже поели, у нас шашлык был, мы с батей жарили шашлык. Вот. Все. Это я не снимала, я, кстати, что-то снимаю, что-то не снимаю. Раньше я все подряд снимала, сейчас, я не знаю, потянулась, рука в телефоне, к телефону снимаю. Не потянулась, не снимаю. Вот эти коровы нас гонят сейчас. Классно так вообще. Очень люблю деревню. Очень люблю приезжать, ну, вот сюда. Ради вот этого вот типа вайба, как это можно говорить. Вот. Короче, кто-то мне написал по поводу типа того, Настя, вам здесь хорошо. Вот, во-первых, еще раз вам хочу сказать, девчонки, все, что вы видите в социальных сетях, это может вообще не соответствовать реальности. То есть, ну, я не знаю, пара себя показывает как счастливую молодую пару. А у них может происходить вообще все, что угодно в их семье. Они могут сейчас там находиться в ссоре, они могут там, ну, еще что-то. Не идеализируйте. Очень большой бич нашего века. Блин, я не взяла. Ну ладно, уже обратно возвращаться, солнце не будет. Бич вот этого 21 века. То, что люди смотрят социальные сети и идеализируют картинку, которую они видят. Вот. Ну как это получается, не просто так, потому что кто будет показывать, как они ругаются? Ну, это если только какие-то маргиналы. Кто будет показывать там еще что-то, ну, такое, как бы вываливать все наружу? Вот, редко кто это делает. Вот, ну, по разным причинам, необычно, не, нет, я вот говорю маргиналы, нет, не всегда маргиналы, ну, просто как бы, ну, зачем? Поэтому не идеализируйте. Вот я могу сказать, что мы сейчас не разговариваем, ну, мама со мной не разговаривает, уже второй день. Это обычная история у нас, вот, это такая специфика ее личности, ну, я много чего могла бы рассказать, но не буду, и плюс она еще там смотрит мои видео, мама, привет, поэтому как бы не о ней сейчас речь, поэтому как бы вы можете видеть ролики, где я там, не знаю, скачу, пляшу там, и мне написали, вам там хорошо, родители, прям нас видно, как вам там хорошо, родителей, вот, а мы не разговариваем уже твои. Она со мной не разговаривает, и называю вещи своими именами. Она не разговаривает со мной уже второй день. Вот, поэтому то, что вы видите, и то, что у человека происходит в реальности, это вообще может быть две диаметрально противоположные истории. Никого не идеализируйте, не сравнивайте свою жизнь по социальным сетям. Наоборот, жизнь чужого человека по социальным сетям, где вы кого смотрите, со своей реальной жизнью. Потому что вот сколько я раз на такое нарывалась, сколько раз в этом убеждалась. Ты рисуешь у себя один в голове, не мысль, а не знаю, как это объяснить. Что-то слова нет, тут я поела. Прям приветик. Привет, какие вы классные-то, а? Ой, господи, тёка. Зюки маленькие. Приветики, дайте по глазу. Боитесь, да? Боитесь. Ну, пусть на вас хоть люди посмотрят. Да, маленькие такие. Такие хорошие. Да, халюся, вам, смотрите, оградили. Оградили вам. Правда, оградили тем, что будет биться. Вот интересно, сильно бьется или нет? Я никогда, кстати, не проверяла. Нет, не бьется. Что удивительно. Вот и проверили. Приветики.